Актюбинские водители хотят объявить бойкот популярному российскому сервису Яндекс.Такси. Они недовольны тарифной политикой компании. Говорят, из-за слишком высокой комиссии работать стало невозможно, только идти многим некуда. Мы возмущены, что Яндекс поднял 17% комиссию. То есть, если подает, мы едем за 350. С этих 350 снимается 17%. Вот. Вот наши требования, чтобы они снизили эти проценты. Во-вторых, чтобы урегулировали цены, допустим, не 350, вот за 250 ездить, а минимум 500 тенге. По словам водителей, сейчас по городу в службе Яндекс.Такси зарегистрировано почти 1000 человек. Практически все актюбинские таксопарки сотрудничают с российской компанией, поэтому у извозчиков альтернативы нет. Но продолжать трудиться себе в убыток, жалуются шоферы, нет смысла. Многих такое положение не устраивает. Они призывают коллег блокировать работу сервиса как минимум на 3 дня. Таким образом, таксисты намерены привлечь внимание компании. При этом в Актюбе нет официальных представителей этой службы. Фирма поддерживает связь с иностранными водителями только через интернет. Будем останавливаться, не будем работать. Что ж теперь? Как-то нам-то тоже как-то выживать. Газ вот сегодня заехал, уже газ 58 тенге.